Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкрите». З вами Анна Гарбанчук і зараз говоримо про таке. У дитячій обласній лікарні запрацював кабінет кота внизу спостереження за новонародженими. Сьогодні в наших гостях Тетяна Плеханова, доцентка кафедри госпітальної педіатрії та неонатології Дніпровського державного медуніверситету, Ірина Архипова, звідувачка відділення медичної реабілітації та фізіотерапії обласної дитячої лікарні, та Ірина Самохіна, завідувачка відділення постінтенсивного догляду та виходжування новонароджених обласної дитячої лікарні. Я вас вітаю. Ну що ж, Ірина Іванівна, вам слово. Добрий день, щиро вітаю, шановні друзі. І на початку нашої такої важливої розмови мені б хотілося сказати декілька слів про історію. В минулому році пройшло об'єднання таких двох потужних медичних закладів обласних, як обласний перинатальний центр та обласна дитяча клінічна лікарня. Наразі це єдиний організм, де народжується нове життя і де в разі потреби, коли народжуються діти, які потребують подальшого лікування чи виходжування, чи комплексної програми реабілітації, вони зможуть це отримати. І це дуже важливо, тому що наша область потужна, в ній народжується, ну, в країні, мабуть, це третя область по кількості народжених дітей. Можу сказати, що в минулому році тільки у нашому перинатальному центрі народилося близько 3400 дітей, 3400 дітей. Да, це не так мало, це маленьке селище. Да? Із цих дітей можна сказати, хто такі діти, які потім будуть потребувати катавнестичного спостереження. Це саме діти, які народилися або недоношеними, а таких дітей це більше 9% із них, або які мають якусь перинатальну патологію, а як говоримо ми лікарі, а для пересічного громадянина це діти, які мають і вроджені вади розвитку, в тому числі вроджені вади серця, і діти, які мають якісь інфекції вроджені, які специфічні для даного періоду, і діти, які мають якісь ортопедичні порушення, чи діти навіть, які були виписані на третю добу життя здоровими, а потім у них виникли якісь проблеми. Тому дуже важливою цією подією наша область дала шанс на те, щоб в закладі нашому, який зараз називається Дніпропетровська обласна дитяча клінічна лікарня, все починалося ще до народження дитини. Вагітна жінка, пологи і підключення тих лікарів різних спеціальностей, потужний склад яких є зараз у лікарні, коли це потрібно. Ми нещодавно, да, Тетяна Миколаївна, говорили з вами про те, як народжуються недоношені саме дітки, бо це був Міжнародний день захисту недоношеної дитини. І тоді багато такої лунало нових думок про те, як буде розвиватися ця допомога і так далі, і так далі. І от наразі це все здійснилося. Тому я можу сказати такі етапи, на яких зараз акцент. Народжується здорова дитина, вона виписується додому. Народжується недоношена дитина, яка потребує виходження і лікування у відділенні інтенсивної терапії, вона переводиться до цього відділення. Після цього відділення дитинка переводиться до відділення постінтенсивного виходження. А після цього, як вона виходжується, а це можуть бути дні, тижні, а навіть місяці, коли ця дитина народилася вагою 600 грамів чи 1200 грамів, да, то ця дитинка після цього повинна перейти під нагляд лікарів катавнестичного спостереження. Тетяна Миколаївна. Уважаемые коллеги, я хотела сказать, что вот те цифры, которые озвучила Ирина Ивановна, они касаются, конечно, этого объединенного центра. Но в Днепропетровской области на сегодняшний день родилось 1500 недоношенных детей, которые живут в других
районах, в других регионах. И так же, как и дети, рожденные в перинатальном центре, нуждаются в наблюдении. Это особый контингент, мы уже о нем говорили. Это дети, которые нуждаются не только в оказании высокоспециализированной помощи в отделениях интенсивной терапии, и эта помощь сегодня хорошо организована. Мы уже встречались с вами, обсуждали этот вопрос. Мы сегодня выхаживаем 80-90% детей, которые родились с экстремально низкой массой тела. Но здесь я хочу сказать, что эти дети нуждаются в длительном наблюдении, потому что многие заболевания, они имеют особенности проявляться в более позднем периоде. И вот здесь мы говорим о том, что есть так называемый сложный пациент. Мы этого нашего пациента определяем как ребенка, который имеет очень часто не одну, а несколько патологий. На сегодняшний день акценты амбулаторной помощи сместились в сторону семейного врача. Но, к сожалению, семейный врач не может оказать всеохватывающую помощь, потому что с такими детьми должна работать команда. Очень многие заболевания диагностируются уже на этапе либо родильного дома, Ирина Ивановна говорила об этом, либо отделения выхаживания. Но есть очень важная особенность этих детей – это наблюдение за их развитием. Это очень важный компонент, и каждый родитель хочет, чтобы его ребенок рос не только здоровым, но еще и у него были психические способности, эмоциональный хороший тонус, когнитивные способности, чтобы он развивался, как другие дети, рожденные доношенным. Поэтому вот та команда, которая призвана осуществлять такую помощь, и она расширена до специалистов, которые могут очень рано выявить отклонение в развитии и вовремя назначить коррекционную терапию. В центре, о котором сейчас говорила Ирина Ивановна, есть очень важная служба. Это не только кабинет катамнеза, где осуществляется наблюдение этих детей педиатром-неонатологом, неврологом, ортопедом, офтальмологом, но здесь есть еще и отделение реабилитации, которое может помочь этим детям восстановить те функции, которые могли быть утрачены или не развивались в течение его жизни. Поэтому акцент вот в данной ситуации нужно сделать на, во-первых, раннем выявлении той патологии, которая в самом начале не имеет явных клинических проявлений, оказать своевременную помощь. И есть еще один очень-очень важный аспект – это привлечение семьи к развитию этого ребенка. И здесь тоже наши врачи готовы оказать им психологическую помощь, педагогическую помощь для того, чтобы эти дети имели или им оказывалась помощь 24/7, как мы говорим. То есть, потому что в семье этот ребенок самый важный, дорогой и любимый. Ну и вот есть такое отделение, да, Ирина Юрьевна, да, есть такое отделение, которое, конечно, поможет нашим сложным пациентам. Спасибо большое, Татьяна Николаевна. Я хочу сказать, что при том, в том, о чем говорила Ирина Ивановна, произошло слияние двух больниц. Это способствовало тому, что она стала более активно развиваться. Благодаря этому мы открыли отделение наше реабилитационное. Благодаря этому возобновил активно работу кабинет катамнеза, в котором работают педиатры-неонатологи, оказывающие помощь деткам группы риска. И самой большой и важной целью у нас это есть раннее вмешательство. Чем раньше мы придем семье на помощь, чем раньше мы придем на помощь этому ребенку, тем мы снижаем риск инвалидности, дальнейших проблем в развитии когнитивных, развитии речи, физического развития. Мы оказываем помощь в кормлении ребенку, во всех проблемах, которые возникают, и проблематичных вопросах возникают у семьи при встрече с, вот, с таким непростым, тяжелым, трудным пациентом. Для них, для семьи это, естественно, любимый их ребенок. Выявив патологию, наши врачи кабинета катамнеза направляют в
всех своих пациентов по узким специалистам, и в дальнейшем эти дети, конечно же, приходят в наше отделение. В нашем отделении работают очень опытные специалисты, учитывая, что все эти люди, которые бесконечно проходят курсы, бесконечно учатся, и учитывая, что никогда областная детская больница не была больницей с простыми пациентами, они имеют огромный опыт. То есть мы просто к этому пришли сейчас, потому что это есть отдельное отделение. У нас работают физические терапевты, эрготерапевты, медсестры массажа, физиокабинет, психолог и, конечно, логопедическая поддержка. Плюс при необходимости мы привлекаем также специалистов нашей больницы. Мы не бросаем ребенка, когда он пройдет у нас после того, как он прошел курс реабилитации. Наша задача научить семью, научить маму, папу, как дальше общаться с этим ребеночком дома. Поэтому можно сказать, что наши родители проходят краткий курс физиотерапевта для того, чтобы именно нацелены на работе со своим ребенком. Имея перерыв между курсом реабилитации, маленькие дети продолжают заниматься и работать дома в семье. И приходя на повторную консультацию к врачу-реабилитологу, приходя на повторный курс, большей частью, конечно же, есть улучшения. Единичные случаи, которые там выходят из-под контроля, это уже опять, наверное, где-то может недоработка семьи, может что-то еще, но чаще всего всегда есть позитивная динамика. Наша задача – научить родителей, научить отработать самим и научить родителей. Мы не бросаем ребенка никогда после достижения, как мы уже говорим, мы наблюдаем детей до 3 лет. Но учитывая опять возможности областной детской клинической больницы и возможности отделения нашего реабилитационного, после 3 лет пациент остается с нами, и многие уже остаются навсегда до совершеннолетия детей. Дякую вам. Чи будуть питання? У мене будуть питання. Пані Ірина Юрійовна, скажіть, будь ласка, як багато батьків взагалі повертаються до кабінету КТАВНИЗу? Чи є відсоток тих батьків, які от, ну... Возвращается очень много, но я думаю, что 85% возвращается к нам. Не возвращаются те люди, которые, ну, связаны, может быть, с тяжелой экономической ситуацией, живущие в отдаленных районах нашей области, которые не приезжают. То есть это единичные проценты. Все заинтересованы, потому что ни в одной больнице области они не получат такую консультативную помощь, не получат такую перечень услуг, как они получают в областной детской больнице. Заходя в нашу больницу, в поликлинику, ребенок может получить консультации всех специалистов. Невролог, ортопед, хирург, уролог, нефролог. Все необходимое для ребенка в зависимости от того, с какой проблемой они столкнулись. Пані Ірина Іванівна, скажіть, будь ласка, наскільки важливо, вже Тетяна Миколаївна говорила про команду, чи є ця команда, чи достатньо, чи вистачає фахівців в лікарні? Адже таких діток багато, 9%. Безусловно. Для того, чтобы оказывать помощь, каждое лечебное учреждение оценивает свои возможности и свои резервы. Вы, уважаемые слушатели, должны понять, что областная детская клиническая больница – это третий уровень оказания помощи. Высокоспециализированная медицинская помощь, говорится так, да? Это значит, что эта больница может отказать от А до Я помощь определенному пациенту. А наш пациент сейчас – это женщина до беременности, ее муж, собственно, семья. Мы сопровождаем женщину во время беременности. Она рожает у нас, да, и этого ребенка мы сопровождаем до 18 лет, оказывая ему все виды медицинской помощи. Проблемный ребенок, да, который имеет проблемы со здоровьем, он начинает наблюдаться вот в этом отделении КТАВНИЗа. Потом кто-то из этих детей выздоравливает, да, а кто-то продолжает, Ирина Ирина говорила, наблюдаться до 18 лет. Я хочу, чтобы услышали нас сегодня не только родители, но и наши коллеги, семейные врачи, педиатры, детские врачи, любые специалисты, которые впервые или не впервые встречаются с ребенком, которому требуется дополнительная помощь, дополнительное обследование,
работа команды, потому что часто одна проблема со здоровьем у ребенка влечет за собой вторую, третью, четвертую проблему. Да? Например, такая частая проблема, как многие из вас знают, задержка речевого развития. Причины этой проблемы далеко растут вот там, когда ребенок еще родился. Да? И чтобы ее решить на данном этапе, чтобы ребенка подготовить, например, я говорю о такой часто встречающейся проблеме, с ним должен работать не один специалист. А это и педиатр, и невролог, и логопед, и, возможно, отоларинголог, и, возможно, сурдолог. Так вот, все эти специалисты, эта команда есть, она обеспечена всеми современными медицинским оборудованием. И эта помощь бескоштовна, она финансируется Национальной службой здоровья Украины. Вы должны это тоже помнить. И не забывать об этом, потому что для такой семьи, где растет ребенок с определенными проблемами для здоровья, имеет это значение. Позвольте, я ремарка. Дело в том, что наукой доказано, что преемственность, вот та, которая осуществляется здесь, является залогом успеха результата. И вот здесь, когда ребенок, начиная с рождения и до определенного возраста, наблюдается одними и теми же специалистами и видит, они, которые могут оценить, как он развивается, какие у него успехи, вот это и есть залог успеха в целом и команды, а главное семьи и ребенка. Могу вам сказать, что у нас сейчас, вот имея все это, да, на таком уровне достаточно высоком, мы думаем, знаете, о чем? Чтобы создать комнату, куда приедет семья из дальнего уголка нашей области, она может остановиться, она может там помыть руки, перепеленать ребенка, напоить его чаем, да, накормить. То есть это должна быть комната такого отдыха, потому что наша область большая, и часто это длительная дорога. И мы даже думаем о том, что если такому ребенку надо будет остаться на следующий день для того, чтобы пройти дополнительные еще какие-то обследования, мы создадим такие условия для семьи. Потому что как бы медицина сейчас ориентирована на семью. Наша мама находится и папа, да, семья находится на родах вместе. Вот мы хотим, чтобы эта семья до 18 лет была счастлива и выписывалась, да, и уходила из наших стен полностью, ну, как бы с такой помощью квалифицированной и осознанно понимала, что она не одна со своей проблемой. Семье мы готовы помочь сейчас во всех аспектах. Абсолютно. Ну, еще сейчас очень хорошо, да, что у нас существует большой колл-центр, по которому мы можем записываться, да, на прием к врачу. Плюс больница присоединилась к 24, к лекари 24/7. У нас больные могут записываться, имея электронное направление, могут записываться на прием специалистам нашего кабинета Катамнеса, к врачу-реабилитологу и к другим всем нашим специалистам. Могут записываться самостоятельно онлайн и также по телефонам колл-центра. И мы действительно имеем возможность оказать этой помощь не за один день, если это более длительно. У нас есть отделение педиатрическое, которое мы можем госпитализировать ребенка на несколько дней и дообследовать его, чтобы в дальнейшем он уже перешел к раннему вмешательству, готовый и со спокойными, здоровыми родителями. Дякую вам. На жаль, ефірний час у нас скінчився. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні була Тетяна Миколаївна Плеханова, доцентка кафедри госпітальної педіатрії та неонатології Дніпровського державного медичного університету. Ірина Юріївна Архіпова, завідувачка відділення медичної реабілітації та фізіотерапії обласної дитячої лікарні. Та Ірина Іванівна Самохіна, завідувачка відділення постінтенсивного догляду та виходжування новонароджених обласної дитячої лікарні. Говорили про те, що так у дитячій обласній лікарні відновив свою роботу кабінет Катамнесу – спостереження за новонародженими. Я вам дякую за увагу. Побачимося.